Салют! Сегодня у нас уже 16 августа. Не каждое утро получается или не каждый раз получается с собой взять камеру, поэтому иногда самые нелепые вещи происходят и приходится там снимать с телефона или еще что-то, потому что, ну, таких вещей я просто не видел. Собственно говоря, дальше будут парочка вертикальных видео, которые сняты в сторис, потому что такого говнища я еще не видел. То есть утку-то зачем? Вон чувак утку кинул. Вообще психи просто. А Марта словил утку и отдает ее. Боже мой, что происходит вообще? Теперь самое время помолиться. А на пляже доброе утро, и у нас происходят церемонии. Короче, пока по неизвестной для меня причине, но они запускают в воду курицу. Так, сейчас. Ищем курицу. Нету курицы. Они их уже словили, походу. Курица! Я нашел курицу! Придурок. Че, Максон, ты готовишься чистить душу? Я подрабатываю просто. Теперь мажу доски. Сказали, кататься не мое, поэтому мажу доски, самое. Процесс, так сказать, ни разу не быстрый. Пока там ребята уток в воду кидают, я здесь с кучей устройств, какие-то БАДы Крис принесла. У меня тут всякие разные напиточки. И сижу, я гружу вот эти замечательные файлы. Вот, кстати, 213-я серия загрузилась. Качать очень много надо из-за тёмной ситуации, подвыпали мы. Вот, поэтому, чё, сегодня пилим вот эту всю историю, работа. Поэтому, наверное, я с вами попрощаюсь. Ничего интересного дальше не будет, потому что еще часа 2-3 мне сидеть, перекидывать файлы туда-обратно. Так что, увидимся завтра. Завтра я подразгружусь, и день должен... Ну, я постараюсь его сделать интересным. Увидимся завтра. Хорошего настроения, хорошего дня.